Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, у нас сегодня воскресенье, 13 июня, и это значит, должно выйти итоговое видео по совместному проекту «Трио Старты июнь». Этот совместный проект проводит Светлана. Канал ее называется «Связаны спицами Светлана». Сначала я не планировала снимать это видео, поскольку у меня не случилось больших продвижений, скажем так. В среду я вязала детскую повязочку и показывала ее в своем видео. Также я начинала вязать воротничок, но был неправильно подобран у меня номер крючка, и больше я к нему не вернулась. В пятницу я связала две резиночки маленькие для волос, и тоже больше у меня не было никаких продвижений. А в самый первый день, в понедельник, я начинала вязать сумку. Мочила колумбийская меня вдохновила на создание этой сумки, но я вяжу свою сумку. И вот как раз таки по этому проекту у меня есть совсем небольшие продвижения, поэтому я и все-таки решила снять это видео. Сейчас время уже 10 часов вечера, я думаю, что до 12 часов я успею смонтировать и залить его на канал. Вот такая вот корзиночка тут получается у меня. Это изнаночная сторона. И вот такие у меня здесь цветочки вырисовываются. Захотелось мне сумку связать с розами. Ну, я думаю, что должно быть ярко и красиво. Ярко это точно, а уж красиво или нет, конечно, посмотрим. Но я буду стараться. Небольшие вот здесь вот, не знаю, как проблески другой пряжи, все равно видно вот красный цвет. Но думаю, что это все дело времени. Это, наверное, просто с практикой уже придет и будет хорошее натяжение нити. Вот здесь я ее подтягиваю. Когда не забываю, бывает так, что она здесь у меня вылазит где-то вот. Например, видно, что я не захватила, не спрятала ниточку. Но я думаю, что с опытом, с практикой все это поправится. А дальше рисуночек вот так будет идти вверх. Это такая вот плетущаяся роза. И зеленая веточка будет идти, а роза будет перемещаться. То с одной стороны, то с другой стороны веточки. Вяжется очень медленно. Напомню, что это пряжа Коко, вяжу я в две нити, и как вы видите, 6 клубочков, все это путается, и на это тоже уходит много времени, чтобы все это распутать. Ну, буквально вот один ряд хватает провязать, и опять все смешивается в кучу. И крючок у меня 2,75. Так что вот такое вот совсем будет у меня небольшое итоговое видео. Я смотрела девочек, и Аня Звягинцева, она сказала, что ей эти трио старты дались прям очень легко. Мне же почему-то наоборот. Вот насколько хорошо, легко дались мне майские трио старты, настолько почему-то вообще тяжелая была эта неделя. Совсем не вязальная. Вот, поэтому вот такие продвижения, как есть. Не все же, как говорится, хвастаться готовыми изделиями. Нужно показывать, как есть в жизни, ну и неудачи свои вязальные тоже надо показывать. Вот такая вот у меня была неделя, нерезультативная и непродуктивная. Вот, но я не отчаиваюсь. С понедельника начнется новая неделя, и я думаю, что все будет хорошо. Спасибо всем за просмотр. Всем добра!